Слева пути аккуратненько. Добро. Все, созвонимся. Давай. Всем салют. Я снова выехал катать сегодня. Новые места. Новые красивые виды. Поехали. Если я не ошибаюсь, эта дорога ведет к озеру. Сейчас поедем проверим. Блин, это 10 минут езды от дома. Это 10 минут езды от меня. Представляю, как здесь, когда дождь идет. Это мы сейчас едем абсолютно по сухому. Так это глина, я так понимаю. Дождь просто мясо, мясо и говно. Это что мы любим, квадроциклисты. Нихрена себе. Хм.
неожиданно. Очень неожиданно. Мозги рады здесь камни.
вообще красиво. Озеро, которое, где мы были, что-то частное. Это что-то частное. Клевое. Так, мы где-то, получается, там поднимались, да, вот там, в том конце озерца, и, наверное, обошли вот так вот. Все это вот. Клево. Радиоактивные отходы, блин. Интересно, тут как с радиацией? Это ж древнейшие какие-то десятилетия этим блоком. Вот они. Ну, пронумерованы. Я сюда вернусь еще раз и замерю. Очень интересно здесь. Насколько фон есть, или вообще не есть, или... может, очень опасный фон. Что это за блоки такие? Такие вот по кругу. Это просто пеньки такие, бетонные пенечки. В общем, честно, стрёмное место, капец. Что-то раньше было, что-то тут работало.
это... Это вода такая грязная. Да. Я сейчас еще пройдусь туда, вот в то здание. Ну и все, наверное, и буду уезжать отсюда. А, вот у меня сели аккумуляторы. Зарядная, которую я взял с собой, она не работает почему-то, я не знаю. Я его не проверил перед выездом, им пользовался давно. Потому что у меня айфоны, а я взял с собой Android micro USB. О, поехали туда. Сейчас я тут не помню куда. Наверное. Блин, погода так меняется. Да. Жесть. Успеем? Надеюсь. Сейчас. Мне кажется, меньше. Сейчас как холодный такой ветер. 40% показывает. Да. Сейчас. Бомбалби. Вот туда. Да. Да, да,
холодного и вообще. Прикол. А все правильно стоит? Сейчас. Все равно маленькие показатели. Да. Ну это очень. Вообще тупо просто природный обычный фон. Природный фон до 30. Тут вообще никакого фона нет. Вообще по 0-0-0. Сними крышку, попробуй. Такая защелка снизу. Ага. И просто вывари ее. Ага. Не, совсем чуть-чуть. Еще там что-то за ней. Ну да. А иди еще. А эти беты надо прям столкнуть. А тут знаешь, что надо было, чувак? Что? Эти шахты, блин, ракетные, надо эти беты? Нет. Что, не? Нет. А если без деталей, и шмалили. Понятно. Идем, померяем так, пройдемся еще через эти. А ты тут никогда не был? Ну или что-то тут есть, но залито это все бетоном, и через бетон она просто банально. Вообще никакого фона. Ну, я думаю, хотя бы какой-то минимальный был. Даже на гранит, если просто положить на обычный будет. Да, может. Даже вообще его нет. А так. Логически чистое место. Ну, получается, да. А вот там вот идет такой, как это, понял, почепрованный. Ого, было что-то поскладно. Что такое, да? О, у нас осип. Нет фона. Все в порядке. Территория чистая, можете спать спокойно. Радиации нет, можно спать спокойно. Куда? Куда было? Вниз? Вот тут вниз? Я не хочу, я вчера...